Доброго времени суток, товарищи, с возвращением на ферму, ферма Симулятор 19, с вами Да Винчи, как обычно. Продолжаем играть, колхозить на нашей ферме. Расскажу немножко об изменениях, пока это все было в сторонке из-за сессии. Давненько мы не заходили сюда. Обновил я трактор, у нас теперь вот такой товарищ есть. Так, уже забыл управление, как это делается. Посмотрим, что есть. Вот такой у него салон. Такой он желтенький. Желтенький, желтенький. Самому бы вспомнить, что это как делал. Ну вот. Так, у нас вообще... По идее, два комбайна теперь. Вот такой рослимаш. Я его пускаю на это поле убирать. И есть у нас Эксвилл. Желтенький. Стандартный тоже. Так, куда я Эксвилл дел-то? Или я его сдал? Вот он. Нью Холланд, который. Интересно, а что он мне на дороге делает? Господи, я уже ничего не помню. Давненько сюда на карте не заходил. Так, созревание. Что у нас есть? Созревание. Давайте пока это дело прогоним. И пустим хоть какой-то один процесс. Чтоб это видео было хоть немножечко продуктивным. Фары-то выключить за собой-то надо. Что это? Сел-то трактор. А что за фризы пошли? Так, а как... Как выключить? Так. Ай, господи, на F. Вот, все. Заглушил его. И, короче, что у нас сейчас есть? Я там параллельно пока не вел стримы, пытался контракты выполнять, в итоге ничего в плюс не ушел. Зато у нас есть почти нагруженный прицеп бобами. Планируем второе заполнить. Планов на видео и стримы очень много по ферме. Будем кооперативчик потом проходить, наверное. Сейчас в стиме, кстати, 10% на 19 ферму распродажа. Еще у нас есть вот такой прицеп, тоже наполненный. Коп. Купаемся в бабах. Вообще, кстати, очень много русских карт вышло. Там Балдейкина, по-моему. Ягодная. Еще какие-то русские. Слышал, что ягодная очень приличная даже. Я думаю, что потом проведем по ягодному стримчик. Посмотрим, что это за карта, что там есть. Не сидеть же на одном дефолте. Сейчас вы услышите, как... Ой, вот этот... Вот это оперное пение Ростельмаш. Да такая красота! О, как завелся! Поехали поле убирать. И фары включим. Безопасность прежде всего. А вдруг кто на поле выскочит? Работничек какой-нибудь нехороший. Или наймит. Покурить выйдет. А комбайн оставит. Запущенным движком. Раз так случится. И что потом будет? Единственное, что я бы поставил вот так на пятерочку, чтобы вот то поле доросло наконец. Чтоб сейчас Ростелемаш вот это поле убрать, а потом перейти к тому. Смотрите, как это все работает. Поехал наш Ростелемаш. Товарищ Ростелемаш. Давайте пока этот Нью Холланд подгоним, желтенький, как моча. Это ладно, это другая история. Зато у него жатка такая стильная. Смотрите. Так, берем. Фары включаем.
Аккуратненько сдаем назад. Назад. И вот так. Единственное, что я его криво засеял. Придется оставить пока вот так. Заглушили. Так, этот трактор не обновлял. Нет. Силку, кстати, обновил тоже. Вот у нас. Во, какое добро есть. Я же совсем забыл показать. Поехали кататься. Паре. Так, поезд не едет? Нет, вроде. Она такая резвая. Жалко, что только один цвет. Прекрасно нельзя. Поворотник есть? Забыл. Да, поворотник есть. Даже аварийка. Смотрите, аварийка есть. Поворотник, поворотник. Все, поехали. Так, как там этот сигналить-то? Уи, поехали. Разгон, кстати, чуть больше, чем у обычной. Обычно вот этого внедорожника. По идее. Но здесь в игре он 320. Может выжимать. Но здесь таких мест и нет, чтобы 320 выжить. На самом-то деле. Чем я когда газую, он все еще сдает назад. Вот мне вот это непонятно. Какое-то затупление коробки пошло. Затуп вот такой, знаете, как будто так. Вот так долго передергиваешь, как у этой. Как у. Знаете, как это вводило маршрутки на пазике, когда ездит? Или когда на газели так. Одну передачу так только дергает. С таким лицом, типа. Да переключайся, ты собака! Или вот такого что-то плана. Что мы вообще едем? Я вот только не знаю. Давайте вот сюда. Тычка, наверное. Не знаю. Но соточка у нас есть. Это я уже знаю. Это 120. Опа. Боком. И поэтому знак полетел. Знак просто на 120 взлетел. Вот видите, опять задуб коробки. Так. Ну, по-моему, сюда, да? Нет, это мы в гору. Вот так случайно встать на переезде и все. Сейчас вовремя. Затупил. Да. Иногда бывают вот такие стадии, что вовремя тупишь и вовремя. Не вовремя, точнее, тупишь. Поехали на ферму. Отгоним машину. Черт. Управление, конечно, тут резвое. Зато, кстати, есть салон. Жалко, не видно, как переключается коробка. Вот здесь. Я имею в виду, что... Как это? Ручка? Рычаг? Ну, короче, вы поняли. Так. Минус знак. Минус знак. Все, глушимся. И проверяем вот эту боль. Еще, наверное, ничего не созрело. Сколько здесь еще? Сколько там вообще ждать еще? Так, оно почти готово. И вот тут тоже кусок почти готов. Все-таки надо ускорить еще. Еще немножко, потому что там может наимит затупить. Причем так конкретно. 60 хотя бы поставить. Так, фонарик. Смотрим, что там наимит насобирал уже. Так. У нас тут двойная сцепка. Так. Так. А, у нас даже три трактора получается, совсем забыл. Так, с двойной сцепкой берем, включаем фары и к нему катимся. Я совсем
Знаете, я что-то только научился делать недавно. На технике включать поворотники. Не смейтесь. Я серьезно. Я знаю, что я слоупок. Ладно, по урожаю сейчас кататься не будем. Подождем, когда он пойдет в ту сторону. А вот. О, поехали. Все. Нам придется сейчас на тракторе кататься в обе стороны, чтобы урожай собирать. Опять криво его запустил. Давайте пока процесс вот здесь запустим. Так. Лесопилку, кстати, я продал, потому что она уже не нужна мне. Так, раскладываемся. Нормально? Нормально. И запускаемся. Вот вот это ровно запустил. Процесс идет, процесс идет. Бачок, бачок заполняет тоже. Бачок. Так, основную суть обновления вот здесь я рассказал. Единственное, что сейчас вот это нехорошо получается. Так, забираем все трактор и отгоняем. Потому что сейчас вот эта силка встанет. Я совсем забыл, что мы тут трактор бросили. С зеленой цепкой. Так. Это видео записывается в 17:48, пятница, 28 декабря. В новом году я планирую, что мы будем уже делать кооперативчик по ферме 19-й. Может, еще немножко постримим 17-ю, потому что там есть некоторые идеи, которые я не реализовал. 17-ю еще не удалил. Там просто есть такая карта, которую надо кооператив опробовать обязательно с товарищами. Будем в 19-й ферме Ягодная смотреть карту. Может быть, небольшой обзор сделаю. Потом на запись Балдейкина тоже посмотрим. Но это уже не сегодня, я думаю. Вообще, за выходные я сейчас должен отснимать очень много. Расходы тут хорошие. Процент по кредиту. 2,5 тысячи. Но это коротко серия не на какие-то процессы, а именно, чтобы я вам объяснил ситуацию. Так что, в принципе, все я объяснил, что как будет. Это все потом соберу. Я продам. Это засею. Потом там тоже засею. Это уберу. В принципе, все. Надеюсь, хоть что-то я информативное донес. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, лайки и дизлайки. Это важная активность для канала. Всем спасибо, с вами был Давинчи, всем пока, до встречи.